Я уверен, что ваша книга поможет молодежь понять и лучше узнать еще одну героическую страницу из биографии старшего поколения. В книге собраны не только уникальные фотографии и свидетельства участников освоения целинных и залежных земель, но и статьи из советских печатных средств массовой информации разных лет. Я думаю, все вы уже познакомились с книгой. Вы человек с богатым воображением, наделенный писательским талантом от Бога, открывающий глаза на мир не одному поколению людей. Ваш писательский труд заслуживает глубокого уважения и восхищения. Вам, как настоящему писателю, дарован талант убеждать сомневающиеся душу силой слова. Мы должны с благодарностью впитывать строки мудрости умом и сердцем, чтобы становиться чище, совершеннее и человечнее. Вот в книге вот постоянно говорится об этом. Желаем вам творческих успехов, здоровья и долголетия. Сегодня я с особой гордостью хотел бы сказать, что старшее поколение здесь, вот и казахстанцы, люди, которые отдали вот и свой труд. И я думаю, сегодня именно старшее поколение, благодаря старшее поколение, сегодня, я думаю, вот есть прогресс в Казахстане, развитие. Сколько талантливых молодых людей сегодня в Казахстане работает в разных направлениях экономики нашей страны. Я особо сегодня хотел бы ненамеренно вам сказать огромное слово спасибо, что вы сегодня здесь, Сизгерикон Рахмет. Эренбай Павлович Сизгерикон Рахмет, он является учителем, академиком Национальной академии. Он и ректором Национального университета. И я думаю, если будем говорить о регалии Эренбай Павловича, это в науке и в образовании, Эренбай Павлович является гордостью личности. Сегодня можно назвать вот всех на фонармотор. Эрбай Станысты, Дейпе, Дейпе, Айтулабула. Эрбай Станысты, Елизинске, Елизинске, Ерекше, Индексинер. Эрбай Станысты, Өзімізін елімізде, бүгін біздің мемлекетімізде. Эрбай Станысты, орындарыңыз білік. Сіздерге, жастарын атынан, өзімнің атынан, сіздерге зор денсаулық тілегім келеді, ұзақ жыл өмір тілегім келеді. Жанұяларыңызда, отбасыларыңызға жақсылық, береке, бақыт, дәулет тілегім келеді. Осындай кездесулеріңіз көп болсын, осындай жақсы кітаптар жазылсын, осының бәрі болашаққа өзінің ерекше мұра қалдыратын, тәрбие болып қалатын, жастарымызға ерекше жүрегіне ерекше сәуле қоятын үлкен сезім беретін кітаптарымыз көп болсын дегім келеді. Сертификат аграрлық білімге, құрылымға және өндіріске қосқан үлесі үшін төс келісімен марапатталады. Бұл жақсы қойында осы традиция нашего народа, мы должны о том,
Нужна ли была вообще целина? Это ошибка или это историческая такая, исторический подвиг? И мы стали искать людей, которые могли бы ответить на этот вопрос. Вера Васильевна в то время была заместителем председателя Центрального совета ветеранов республики. И вот я ее попросила, чтобы она рассказала о том, что же такое целина. Мы думали, что это будет такая небольшая публикация, но так как Вера Васильевна великолепный рассказчик, в итоге это вылилось в целую газетную серию. Наверное, в номерах 10 мы публиковали ее воспоминания. Необыкновенно интересный, потому что это был живой рассказ человека, который все это пережил сам и все это видел своими глазами. И это, эти публикации тогда нашли, ну, огромный отклик у читателей. Это было время, когда еще не было интернета, а люди еще писали письма в газеты. Нас буквально завалили. То есть мы поняли, что эта тема, ну, горячая, она интересует, она волнует каждого и особенно беспокоит старшего поколения, для которых это было фактовой биографией, которые, так сказать, пытались опять-таки очернить, к сожалению. И тогда я предложила Вере Васильевне. Я говорю: Вера Васильевна, вам надо писать книгу, чтобы, ну, честно было рассказано о том времени, потому что, как вы знаете, по прошествию лет любое историческое событие обрастает мифами, легендами, его начинают интерпретировать по-своему. Поэтому так важны для нас воспоминания людей, для которых это было частью их биографии. Вера Васильевна мне тогда сказала: хорошо, я подумаю. Но она тогда еще была человеком занята. Да и потом, как вы знаете, книга – это дело затратное, на это нужны деньги. И вот спасибо, когда через целый ряд лет нашлись ее друзья, коллеги по целине, которые профинансировали вот издание этой книги, и мы с ней стали работать над ней. У Веры Васильевны был огромный архив, который мне пришлось разбирать не один месяц, вытаскивать, выискивать из него наиболее интересные материалы. Было целое море фотографий, поэтому мы постарались как можно больше включить фотографий в книгу. Вы видите, насколько она богато иллюстрирована, потому что фотографии – это тоже слепки того времени. Это очень важно, чтобы особенно люди молодого поколения не забывали, какими были их деды, бабушки, прадеды и так далее. Первая часть книги, которая называется «Когда мы грустно вспоминаем хлебное поле», эта фраза Веры Васильевны, которая мне очень понравилась, она составлена из воспоминаний. Туда вот вошли ее воспоминания, которые когда-то публиковались в газете «Аргументы и правды». Факты очень много она сама дописала. Вторая часть книги – это Сидорова глазами журналистов, хозяйка хлебной Нивы, вы видите, потому что они очень много писали. Человеком она была уникальным во многом, потому что это была, по-моему, единственная женщина, второй секретарь обкома партии в Казахстане. Это была достаточно высокая должность в то время, это был прецедент. И причем это человек, который добился всех этих жизненных высот исключительно за счет собственной трудоспособности, своих жизненных устремлений, своего ума и так далее, и так далее. И третья часть книги – это ее золотой юбилей, который праздновали на Целине, на ее родине в Кустанае. У нас, знаете, некоторые споры возникли по тому, какой должна быть обложка книги. Это, так сказать, лицо ее. Первоначально на обложку был вынесен ее портрет. Вы видели, вот открывается этим книга, вот этот вот портрет. Значит, что интересно, в те советские времена настолько ценили людей, были приглашены лучшие художники страны, которые писали портреты героев Целины, и вот эта художественная галерея была открыта в Доме культуры, вот Вера Васильевна расскажет, в одном из районных центров Кустанайщины. Этот ее портрет потом объехал, можно сказать, весь мир, потому что он демонстрировался и в Венгрии, и в Польше, и в Соединенных Штатах. И мы первоначально вынесли его на обложку. Но потом все-таки, посовещавшись и
будет на обложке. Молодой, красивый, с телефонной трубкой в руке. Это как раз тот момент был исторически запечатлен, когда ей только что была вручена звезда Героя социалистического труда. И мы решили, пусть она будет молодой, красивой, и пусть она навсегда запомнится именно такой. И я должна сказать, что очень благодарна этой женщине, что меня судьба свела с ней, что мне посчастливилось с ней работать, о ней писать. И мне хочется, чтобы вот эта книга нашла своего читателя, потому что она очень искренняя, и мы постарались ее сделать так, чтобы она была читаемой и интересной для всех. Спасибо. Спасибо. Представляется поздравление заместителя актива Медведевского района Майя Павел Брони Айдар Угро. Аса құрметті бүгінгі кештің қонақтарға, қадірлі Вера Васильевна, және құрметті Бектес Сабайұлы. Барлықтарыңызға белгілі еңбекпен келген абырой, өмірі бойы еңбек етіп, сол еңбегінің жемісін жеп, елге тек қана біздің елге емес, барша жұртқа еңбегімен аты шыққан бүгінгі керемет дүниенің, керемет еңбектің қағазға түсіп, бүгінгі жарық көру кешіне жиналып отырмыз. Сондықтан да бұл тектен тек емес, осындай киелі қара шаңырақты өтуі, оның осындай жерде ол кітаптың тұсауын кесілуі, бұл сізбен бізге деген Бектес Сабайұлының негізгі жаңашыл идеяларының тағы бір ұшы деп білеміз. Ендеше аудан әкімі бүгін қатысу керек болатын Ержан Жұматұлы сіздерден кешірім сұрап жатыр. Қала басшылығында қазір осы уақытта жиналыс өтіп жатқандықтан сіздерден өтініп кешірім сұраймын. Уважаемые гости, коллеги, глубоко уважаемые вас, ценим и уважаем. Потому что эта книга, я повторяю,
основана на свидетельствах людей, которых, жизнь которых стала, по сути, судьбой. Целина стала судьбой десятков тысяч людей. Вот, наверное, нескромно говорить о себе, но сегодня, наверное, можно, Вера Васильевна, с вашего разрешения. Я в Казахстане с 18 августа 1954 года. Имею честь вам сообщить, что с 19 августа 1954 года я находился в 4-й бригаде совхоза Есильский аул Ердендык в качестве представщика. И до сих пор помню, как на перевернутом лемехом, значит, пласту земли целинной сверкали слезы, радостные слезы земли. Почему она плакала? Потому что ее пробудили к жизни. Вот сбивают целину. Говорили, что это колосс на длинных ногах. И забывали, что уже через 6 лет целина оплатила затраты, которые были на нее, значит, финансированы. Написать ее тоже сложно, трудно, издать еще труднее. Я тоже, Вере Васильевне, много раз говорил, ну, елки зеленые, у тебя столько материалов, ты так пережила все, все видела, за твоей спиной дни и годы, детства, учебы, работы, ну, надо же рассказать об этом. Она говорила: Николай Сергеевич, финансы не позволяют. Это дорого. Я знаю, как дорого издавать книгу. Нашлись добрые люди, которые взяли на себя эти затраты. Вообще их называют таким, знаете, немножко пренебрежительным словом «спонсор». Ну, это не спонсорство, это благородство души, величие души человека, который собирается помочь, скажем, в добром деле. Давайте поаплодируем тем людям, которые помогли. Вы как раз об этом и написали я. Вера Васильевна, вот тут ветеранская организация. От имени нашей приличной ветеранской организации поздравить сегодня вот с презентацией этой книги и пожелать вам долгих-долгих лет рядом с нами. И мы всегда рады вас видеть. И то, что вы делаете для нашей ветеранской организации, это неоценимо. Потому как внимание к нашим ветеранам парламента Республики Казахстан это просто сейчас так необходимо, как и ко всем. Доброго вам здоровья, благополучия в семье с Антоном Львовичем, долгие лет, чтобы ваши дети вас радовали. Следующее слово предоставляется руководителю компании «КАТЭК», независимому директору акционерного общества «Казтрансгаз» Кундуз Шамаховичу Лукову. Ветеран. Жаль, я не из советской эпохи. Для меня несколько неожиданно. Я должен был сегодня. Но не думал, что мне это слово. То есть, такой почтенной аудитории, в этом замечательном зале, тем более перед Верой Васильевной, Кирсик Борисович, мой педагог, учитель сидит здесь, ветеран. Я один из тех, кто принял участие в поддержке этой книги, и здесь очень хорошо сказали, что спонсорство – это очень хорошее слово. На самом деле, это не спонсорство. Для меня лично это было малой долей исполнения своего долга как бывшего соратника, как ученика, как человека из той эпохи, с которой мы гордимся. И я скажу, что мы познакомились в России 30 с лишним лет назад.
эти 30 лет назад работали вместе, может быть, года два, в обе партии, в обком партии, но эти 30 лет были всегда мы в связи, потому что главного человека не только вот поскольку книгу прочтешь, тогда еще больше узнаешь, но достаточно было того мгновения, происшествия столько лет, чтобы понять, какое она имеет значение для экономики Казахстана, для нравственного воспитания нашей молодежи и вообще для тех кадров, которые вокруг нее были и учились ее. И поэтому огромная благодарность я просила вам. Вы выполнили гражданский долг свой. Вы поступили вновь как герой, как целинный герой, а теперь как гражданин-герой, написав эту книгу «Откровение», книгу-энциклопедию, книгу искренней правды, потому что, зная ее столько лет, по обрывкам, по отрывкам, ее высказывания, ее воспоминания, они легли книгу именно так, как она говорила. Она очень была искренна своим читателям, и я думаю, что еще оценят люди и той эпохи, и новой нашей формации. Я вам скажу, что я отношусь к числу как бы успешных бизнесменов, как сегодня принято говорить, но скажу, что успехи того периода, эмоции, которые вы переживали в тот период от своих успехов, это намного ценнее, это нам дорого стоит, чем когда мы сейчас какие-то достигаем успехи в бизнесе и получаем деньги. Это не оценивает. Вы хотели бы представить, вот я наверное. Я думаю, легендарная личность, и, наверное, доктор, профессор, многие годы. Вы хорошо знаете все ее, директор Института матери и ребенка, экс-сенатор парламента. И, наверное, дорогая Вера Васильевна, глубокоуважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые присутствующие, на эти удивительные встречи. Я хочу выразить слова благодарности Никитосу Савельевичу как мудрому руководителю, как гражданину и патриоту своей страны. Вы используете любую возможность, чтобы воспитать студенчество на примере живых людей, на примере тех личностей, которые творили и творят в нашем государстве Казахстана. Огромное вам спасибо. Я об этом могу с большой ответственностью сказать, потому что с вами нас связывает огромная работа по идеологическому, патриотическому воспитанию в студенческой молодежи. Вот в этой книге на 275 странице члены Республиканского совета женщин. 2010 год мы проводили здесь конференцию «Казахстанский патриотизм». И я могу по секрету сказать, что Лекесий Савельевич является членом Республиканского совета женщин. Он всегда представляет нашу инициативу. И сегодня вы продумали вот следующий этап воспитания студенческой молодежи, да и профессорско-преподавательского состава для того, чтобы знали, какие у нас есть замечательные женщины. Я вспоминаю статью в «Казахстанской правде», она называлась «Соратницы президента». Когда Республиканскому совету женщин исполнилось 20 лет, и тогда автор написала: членами Республиканского совета женщин являются замечательные женщины, вершители новой истории независимого Казахстана. И вот одна из вершителей новой истории Казахстана, наша дорогая Вера Васильевна. Вот так вот просто пролистав книгу, ее надо осмыслить, ее надо прочитать, уединившись, и тихо, спокойно осмыслить каждую строчку, каждую главу.
Это книга «Откровение» Веры Васильевны. Это книга исповеди, начиная от ваших родителей, от истоков ваших родителей, дедушки, бабушки, которые воспитали вас, вашу целеустремленность, вашу любовь к людям. В этой истории роль вашей семьи, Антона Львовича, вашего супруга, заботливого человека, когда звонишь, он так приветливо всегда разговаривает, он в курсе всех событий, Вера Васильевна. Вот Антон Львович сделал много для того, чтобы вы состоялись как личность. Ваши дочери, Марина, Ольга, это не просто дочери, это ваши подруги, это ваши единомышленницы, которые, конечно, с глубоким пониманием относились и относятся к труду их великой мамы. Вера Васильевна, сказано очень много. Все так демонстративно, сегодня иллюстрации такие красивые. И вот спокойно не можно, нельзя говорить, вот пришла заслуженная вам слава героя легендарной Целины. Все этими фразами сказано, ваша работа. И вы вообще очень надежный человек, Вера Васильевна. Вы искренне в своих поступках. Вы человек, который делает эпоху нашей страны. И действительно, вы сразу сказали, приехав в далекие годы, Казахстан, что Казахстан моя родина. А я помню, Вера Васильевна с ней еще не была знакома, в газете «Комсомольская правда» была статья. Вот до сих пор, я всегда Вера Васильевна об этом напоминаю, называлась эта статья «Секретарь райкома». И стоит Вера Васильевна среди этой пшеничного поля, красивая, молодая, с ее неизменной прической, гладкой, с пучком волос на затылке. И это вот легендарная Вера Васильевна. Мы счастливы, что мы не просто знаем вас, мы вместе с вами. Мы ваши единомышленники. Мы любим вас, мы дорожим вашим отношением к нам. И мы дорожим тем, что вы есть на этой земле. Уважаемые друзья, дорогая Вера Васильевна, ну вот сказали, Кустанайский райком партии, и вы, наверное, поняли, что я птенец Веры Васильевны. То есть я ее воспитанница, и для меня она не только вот в ипостаси учителя, она для меня мама моя родная, практически вот так получается, потому что сейчас вот она ведет по жизни, начиная с 78-го года, да, это Васильевна, с 78-го года. Я не буду много говорить, потому что много сказано, много написано. Я хочу подчеркнуть те качества, Вера Васильевна, о которых сейчас говорили. Это обязательность и это патриотизм. Вот обязательность сказали, да, вот она человек обязательный. Это касается, вот пример, когда ее попросили написать книгу. Мы все про это говорили, наконец она созрела, и я знаю, как трудно ей это давалось. Но это почти в течение года, с прошлого лета. Она звонила и говорила, а будет ли это востребовано, а надо ли это, а может не стоит. И даже когда уже писала, и то сомневалась, что-то убирала, о чем-то советовались. Вот поэтому, дорогая Вера Васильевна, наконец-то поздравляю вас с этим днем, и вы можете уже вздохнуть и спать спокойно. Я знаю, вы почти год не спали. То есть вот это обязательность ее. Пообещала, как бы не было трудно, сделала. Патриотизм. Вот это качество, наверное, которое сейчас очень необходимо нашей молодежи и вообще нашему государству. Два примера, которые подчеркивают.
подчеркивает вот этот патриотизм. В прошлом году, когда готовилась книга, мы с ней встречались, вдруг она мне показывает какое-то письмо из-за границы на английском языке и говорит: «Сулеша, можешь прочитать?» А я учила немецкий, потом 3 месяца английский, и начала, так сказать, вникать в эту суть. И поняла, что молодой человек из Осло написал ей письмо и говорит, что он прочитал о ней, о том, что она входит в состав 100 великих женщин мира, а он собирает автографы известных людей. Поэтому он просит ее прислать ее автограф. Вера Васильевна, как истинный патриот своего государства, пошла в Министерство иностранных дел, показала это письмо и говорит: как вы считаете, стоит ли это делать, не будет ли там каких-то провокаций и прочее. То есть вот пример. Второй пример буквально недавний. А посольство России узнало о том, что у нее вышла книга, и они к ней первыми обратились с просьбой организовать презентацию. Она опять, как истинный гражданин своего государства, все-таки местным властям сказала, что, понимаете, вот такая ситуация, не будет ли. То есть на ее месте другой человек бы даже не задумался о престиже Казахстана, сказал: да ради бога, пожалуйста, проводите, конечно, с удовольствием. Поэтому вот эти качества, она была и она остается истинной казахстанкой, несмотря на то, что родилась в России. Ну и закончить я хочу, здесь вот присутствует местная власть в лице заместителя акима Мендельского района. Я хочу сказать, что Вера Васильевна, ну, человек, который для себя ничего не требует, ничего не нужно. Вот никто не знает, каких трудов ей, с каким трудом она ездит на эти все встречи. Из своего, так сказать, дачного домика она на нескольких транспортах общественных добирается куда-то, туда ее приглашают. Вот наши депутаты парламента, они, значит, 75 часов в месяц имеют возможность вызывать машину. Так может быть, наш хотя бы Мендельский район, акимат, рассмотрит возможность, что в Вере Васильевне, ну пусть хотя бы 10-15 часов в месяц какой-то транспорт предоставляет. Она не ездит по магазинам, она не ездит на базары. Она будет ездить только туда, куда ее приглашают. И я надеюсь, что я навсегда. Знаете, в партийных органах была такая хорошая традиция отвечать на критические выступления. Вот мое выступление считайте как критическое. И я надеюсь, что дадите ответ. Настоящий человек,
человек Земли, человек, который представлял, достойно представлял женщин планеты. А для меня важно, что она достойно представляла женщин Казахстана. Она достойно ей представляла. Ибо, вы посмотрите, не надо говорить о том, что дала целина, правильно или нет. Раз мы сегодня говорим, что Вера Васильевна – это здорово и это правильно, а она воспитана целиной. Знаете, целина на этом примере, а пример это уникальный, значит, целина состоялась. Но формировалась Вера Васильевна с России, приезжая на казахскую землю, она общается с выдающимся сыном казахского народа, Димашем Ахметовичем Дунаевым. И вот, общаясь такими, как Димаш Ахметович, здесь, на казахской земле, выросла блестящая дочь казахского народа, которая и сейчас, она похожа, вы посмотрите, не отличившая, она похожа так, как и мы похожи. Я родился на казахской земле, я родился на целине. Первая моя встреча. Командир студенческого отряда первому секретарю райкома партии. И она решала все вопросы. Последующим, и как сегодня, я и сегодня вместе с ней, вместе с ее семьей, не навязывая это поручение тех, кто любит на Кустанайщине ее. Это поручение внутреннее мое, я сегодня очень солидарен, чтобы сопровождать, насколько я могу сегодня, сопровождать эту великую женщину и где-то оказывать ей содействие в решении всяких проблем. А главная проблема, которая она сегодня стоит, это проблема оставаться, быть полезным для Казахстана, как и тысячи, как и вот те, кто сегодня присутствует за этим столом. Быть полезными. Это патриоты истинные Казахстана. И сегодня я вас искренне благодарю, кто организовал эту встречу. Словом хотим представить Медеевскому району, старого ветерана, легендарному нашему Ким Серикбаевичу. Азабайтаты соң күйөнің жоғы деп, дегенменде сабырын тыңдасаңдар өтмішім бар. Нан болса, ән болады деген сөз бар. Расында да, бала кезімізде осы көргеміз. Елде нан болып тұрса, егін жинап отырғанда, шөп жинап отырғанда, үлкен кісілердің бәрі, біз үстіне ән салып отырады. Там, где хлеб, там песня. Это на самом деле так. В детстве, а я ульный мальчик. Послевоенные годы тогда хлебные поля давали хороший урожай. На таках были перерывы, клиса на косе. Я видел, как пожилые люди, фронтовики, возгласившиеся, сидели пели песни. Мы сегодня будем говорить о хлебе, о земле и, безусловно, о Вере Лазукиной. Я тоже знаком с ней. Правда, я на Целине не был, но давно знаком. Мы знакомы. Вот с ее рассказов, которые в книге есть, я представляю девочку размер 44 размера, 44 размер. 48 килограмм веса, и в окружении уголовников, бандюк на Целине. Это Вера Лазукина. Мы сегодня говорим о Вере Васильевне Сидорове, о планетарной личности. И это очень правильно. Ибо на этом мы должны расти будущее поколение. Я на трибуну вышел, взял ее книгу, взял вторую книгу. И не случайно.
это Сидорин Таникеев, которого многие из вас знаете, наверное. Вера Васильевна, я вашу книгу и книгу Сидорина Таникеева читал без отрыва за два вечера и ночи. Эти книги – это философия истории нашей. Мне легко читалось, потому что, ну, не о Таникеевской книге я буду говорить, а о книге Веры Васильевны. Это не просто констатация фактов, что было, что собрали, что отправили. Это большое рассуждение о жизни. Это история нашего государства. К сожалению, мы сейчас часто в печати и в других средствах массовой информации очень часто встречаем тогда, когда все прошлое показывается теневом, черном варианте. А вот критический анализ, оценка, которую дает человек, отдавший свою жизнь хлебу, целине, это сильно. Это сильно. Я много читал, в основном военные мемуары, потому что профессия моя военная. Но дарят книгу сейчас многие мои коллеги моего возраста, разной профессии. Не все книги пишутся так, как вот я сейчас говорю. Анализ, оценка, правда. Ибо мы на правде должны учить молодежь. Там, где было плохо, искривление говорит плохо. А там, где было светло, там, где был труд, там торжествовал труд, об этом тоже надо говорить, ибо без этого нет будущего у нас. Вера Васильевна приводит в книге вот эти вот слова, я заложил здесь. Вера в то, что с тобой огромная страна, в то, что совесть и правду нельзя ни убить, ни купить. Вот кажется, громкие пафосные слова. А это ей идет, и я ее понимаю. Действительно, невозможно совесть и правду купить и убить. И вот вся книга на таких примерах захватывает твою душу. Гости, ветераны, я хотел бы с вами посоветоваться. Без 15, час у нас обед, Хамид Бижановича, специальный совет ветеранов Остадыкского района и заключение Ирина Раймановича. Здравствуйте, Айзекун. Я книгу, к сожалению, не читал, Вера Васильевна, вы мне это не дали. Так, но я знаю истинную Веру Васильевну полгода, ну, то есть полвека. Значит, вот я продолжение мыслей Акима Серебряниса, вот обладательной почвы казахстанской, в том числе кустанайской. Кустанайская земля в урожайные годы давала четверть миллиарда казахстанского хлеба, 250 миллионов пудов. И Вера Васильевна, ее предшественниками были в Карасуйском районе, где она начала трудовой путь агрономом, она герой социалистического труда, легендарный механизатор, да, Вера Васильевна, замечательный человек. Потом она перебралась в Тарановский район, это родина Бейбета Майлина, Сергея Божанкова и Любаева Мерзякова, Капана Бадырова. Вот такие личности жили там, где работала Вера Васильевна. Рядом с Викторской, так ведь на берегу реки Аяк, это цветок реки Табов. Там она как раз начала путь партийного деятеля. Потом Кустанайский район, где она давала почти 40 миллионов пудов зерна. Один только район, почти 40 миллионов пудов зерна. Кустанайский это район, это на берегу Табова там, стоит памятник великому Ибраю Алтынсарину. Это родина народного поэта казахстанского Марашибина Вера Васильевна.
и родина первой казахской поэтессы, получившей членский билет Союза писателей СССР Марьям Хакимжановой. Вот такие люди вдохновляли Веру Васильевну. Конечно, ее талант, ее трудолюбие, ее стремление, ее жизнелюбие все это вкупе, значит, пустанайская земля, казахстанская земля вырастила такую неординарную, замечательную личность. Вот сегодня мы видим Веру Васильевну на всех совещаниях, мероприятиях. Она очень всегда выступает умно, колоритно, всегда притягивает к себе любовь слушателей. Вот такой человек, моя землячка Вера Васильевна Сидорова. Дорогие люди моего поколения, молодежь, поскольку Вера Васильевна является полиграмной личностью, по-моему, очень емко и хорошо сказали все выступавшие. А я так вот сидя думаю, откуда у нее вот такие качества? А качество от ее предков. Качество, которое она получила, будучи ребенком, будучи девочкой, в далекой семье, в родине, да? И был я изумлен тому, что отец ее отца был середняком. Ну, не совсем, наверное, кулак, но его отослали в далекие Соловки, где он и похоронен, наверное. Обычно говорят, для таких людей без вести. И вот патриотизм, духовность, честь, достоинство, вот эти все качества у Веры Васильевны начинаются с семьи. К великому сожалению, мы сейчас это забываем. И затем вот этот этап, пройденный в семье, где-то обрывается, и поэтому у нас сейчас наблюдается какая-то пропасть между поколениями. И в книге в самом деле вы все очень четко и хорошо сказали вот детство, да? Целина вот целая эпоха для Веры Васильевны. Ну и последние годы, наверное, после выхода на заслуженный отдых. И этим самым у меня создается еще такое впечатление. Какая бы эпоха ни была, кем бы она ни была, она востребованная личность. Она является членом Алматинского городского совета ветеранов. Она член Центрального совета ветеранов Республики Казахстан. И везде она нужна своим опытом, своим подходом, своей созидательностью. Вот это я хотел бы
подчеркнуть и поблагодарить вас, Вера Васильевна, за вашу, я бы сказал, титаническую работу. Несмотря на свое состояние здоровья, вы очень как-то умело и в нужный момент выступаете, в нужный момент поддерживаете какое-то общество, и какая группа ни была бы, у вас всегда все это хорошо получается. Огромное спасибо, Игорь Иванович. Теперь с удовольствием мы хотели представить слово Вере Васильевне. Вера Васильевна, вам слово. Еще будет время. Некоторые хотят выступить, но наверное, будет еще возможность. Будет застолье, и кто желает, он может выступить, потому что рядом сидит щедрый и душой, и поступками, и сердцем человек, который я много лет знаю, в общем, Кирилл Савельевич. Вы очень гостеприимны. Вашу столовую, ваши кафе, ваши VIP-залы и студенческие столовые очень хорошо люди знают. Поэтому вот на том мероприятии, которое после нескольких моих слов, наверное, мы встретимся. Я вас очень всех благодарю и выступающих, и присутствующих, что пришли, за теплые слова, за добрые улыбки, за ваши милые лица, за ваши добрые поступки, за ваши горячие сердца. Спасибо, товарищи. Можно на вас, назвать и господа, но я привыкла к слову товарищ. И если кому-то оно не хочет подойти, то извините. Моей ценностью в жизни, почему я, возможно, и достигла какого-то видного положения в Казахстане, его величество друг. Вот я рассказывала, когда я была в Соединенных Штатах Америки, по рекомендации Терешковой, меня спросили, вы русский человек, живете в Казахстане, три раза депутат Верховного Совета, три раза член ЦК Компартии Казахстана, вы герой. У вас есть мохнатая рука? А аудитория состояла из ученых, из 40 городов-спутников штата Оклахома-Сити. Я сказала, да, у меня в Казахстане и в Советском Союзе есть мохнатая рука. Раздались голоса, знали вроде мы какие. А я сказала, моя мохнатая рука – это его величество труд. Моя мохнатая труда – это советская власть. Моя мохнатая труда – это Димаш Ахметович Кунаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, под руководством которого живет, строится, расцветает не только Казахстан, но и другие страны. Аудитория встала и поаплодировала. Возможно, меня держали потому, что я не боялась, что меня снимут с работы. Вот представьте, приехал Горбачев, совещание на сельскохозяйственной опытной станции. Дали слово директору, кандидату наук, Шлосу Франц Христиановичу. Великолепный специалист, культуру земледелия повысил. В животноводстве навел порядок. Зайдешь в дом культуры, зайдешь в детский сад, зайдешь в школу. Он тогда еще в Советском Союзе, будучи уже рядом, он поездил по заграницам, принес новые технологии и внедрил их в сельское хозяйство. И как
Когда ему дали слово, он выступил. Горбачев задал ему один вопрос, ответил Франц Кристианович. Другой вопрос, ответил Франц Кристианович. Горбачев стал задавать ему третий вопрос, но вы знаете, что у него предложения сложно сочиненные, подчиненные, вводные предложения. А Шлосс, не дождавшись окончания его вопроса, стал отвечать. Горбачев встал и говорит, а сидели члены бюро обкома партии, я была ведущая. И говорят, товарищ член бюро, за непослушание, давайте мы Шлосса снимем с работы. Все, да-да-да-да-да-да-да-да. Я встала, меня дергают, меня щипают, меня пальцем тычут и говорят, сядь, сядь, не конфликтуй. А я считала, что этого человека снимать с работы нельзя. Пусть меня снимут с работы, но не Шлосса. Секретаря райкома найдут, а такого директора уникального поискать очень трудно. Горбачев на меня посмотрел и говорил, ну что ж, за смелость давайте согласимся с ее предложением. И Франц Кристианович остался на работе. Или тот же, я очень защищала представителей женского персонала, потому что я испытала на себя, как трудно быть руководителем женщины. Мужчина есть мужчина, хоть он маленький, хоть он лысенький, хоть он бездельный, а идет вперед, он представитель сильного пола. Да, мы уважаем мужчин. Мужчина вынесет на своих плечах войну. Мужчина вынесет на своих плечах и индустриализацию, и ту же целину, ну, многое в этом я говорю, перед мужчиной нужно склонить голову. Но надо не забывать о представителе женского персонала. Все вы, мы, кто нас родил? Женщина. Выносила, выкормила вот это чадо, которые стали и поэтами, и художниками, и артистами, и видными государственными деятелями. И вот однажды идет бюро обкома партии, идет дождь, снег, в поле лежит хлеб, у Бородина Андрея Михайловича инфаркт. Он Арсалай Бенчу говорит, Авиген, собери первых секретарей районных комитетов партии и сними с них шкуру за сохранность хлеба. Государство надо кормить. Началось в бюро. Присутствует второй секретарь ЦК Компартии Казахстана месяц. И Ориген сказал, что надо школу снимать с первых и только первых. По алфавиту, Амон Гинды, Джан Гинды, Боровое. Пока дошли до буквы Т, Тарановский район, сказали подготовиться начальнику управления сельского хозяйства. А Бородин, когда сказал, школу снимите, но Сидоровне дрожки, у нее грудной ребенок. Я была кормящей мать. Моей дочке было всего 100 дней. Вот она стоит. Да. Ну, Олеге так сказал, а когда подготовится начальник управления, он же не сказал, что побережем женщину-мать, кормящую секретаря райкома. Я бы тогда примолкла. А так я подумала, предыдущий год был хороший, сухой, урожайный. Мы первые закончили уборку. Мы помогали Комсомольскому району, Камышинскому, Боровскому району убирать хлеб. Я на телеэкранах, я в печати. Обо мне там писали, ладушки били. А здесь, когда суровая обстановка, почти военная, давай, Сидорова, ты спрячься за спину мужиков. Ну, вот это же оскорбление, понимаете? Это унижение представителя женского персонала.
знала. Но я же не знала доброе намерение Андрея Николаевича, у него 5 дочерей. Поэтому он вот по-отцовски хотел со мной поступить. Когда стали объявлять, подготовьтесь начальник управления для выступления, я встала, встал и начальник, встал и председатель исполкома, готовый идти на трибуну. Я говорю, позвольте мне. Ну, иди. Я зашла на трибуну и сказала, товарищи члены бюро Восточного комитета партии, прошу не делать нисхождения на мое женское происхождение. Если женщины в Казахстане, в том числе в Кустанае, 5% женская прослойка среди руководящих работников, я сяду. А если вы цените женщину как руководителя, позвольте мне сказать. Да, я выступила. Если с других на самом деле сдирали шкуру, если с других там столько вопросов, мне ни одного вопроса не задали. Я сошла с трибуны, люди стали подходить, мне там руки жать и прочее, прочее. А на следующий день я посмотрела, окна райкома смотрели на бюро с Красносельского совхоза кавалькада машин в сопровождении. Оказывается, едет секретарь ЦК, Розалия Билович, министр сельского хозяйства, посмотреть, то ли правда ли я говорила с трибуны, чтобы спасти хлеб. И когда они поездили, месяц сказал, спасибо тебе. То, что ты говорила, я думаю, она в самом деле по практике, это есть или нет, а были лужи, был снег. Работали комбайны в несколько смен. У нас были запасные фуфайки, запасные сапоги. У нас стояла кухня, у нас стояла теплая баня. Час посидел под дождем, иди отдыхай, следующий иди. И когда они это увидели, сказали, преклоняя ему голову, спасибо. Пожали мне руку, холодно, дождь со снегом, я вся горю, потому что мне надо кормить ребенка. Месяц-то не знал об этом и говорит, ой, Вера Васильевна, у вас температура, вам срочно нужен врача. А я думаю, мой врач – это мое сердце, мой врач – это моя жизнь, мой врач – это хлеб, который лежит в степи, который нужно выбирать. И таких примеров с тем же условно осужденными, условно освобожденными, еще в комсомоле, заходишь в вагончик, они говорят, эй, ты начальник. Кто я там начальник? В мотоцикле приехал, когда женщины брюхов не ходили, а я все заходила, потому что мотоцикл есть мотоцикл. Покажи советский рубль, как он выглядит. Или, будучи первым секретарем, райкома секретарши забегает и говорит, Вера Васильевна, иранец, осужденный на много лет, и уже на поселение в совхозе, пришел к вам навстречу. Что делать? Я говорю, да пусть заходит. Он зашел, и сразу нож с 12 лезвиями, как карты, разложил мне под носом. Я на него поглядела, он на меня. Я встала и подошла, и тихо на ушко сказала, а может, ты зачем развернула? Смотрю, он его собрал, положил. Я говорю, зачем пришли, уже поставили. А я узнала, что в районе первого секретаря дома баба. Вот я сказала милиции, что у меня болят зубы, чтобы меня привезли в больницу. Вот. А я вместо больницы быстренько забежала в парк, чтобы посмотреть на эту женщину. Поэтому я единственно боялась, ездила на мотоцикле или верхом на лошади, что если я погибну, никто ничего не потеряет. Единственное, будет страдать мать. Я ее очень жалела. Поэтому я шла вперед, не глядя. Большой ты начальник.
преступник ты, женщина, старушка, общественный деятель, писатель, поэт или прочее. Я очень внимательно относилась к людям. И, к сожалению, время такое, и позже, конечно, меняется. Сейчас я в Академате города мне сказали, заходите в Россию, с центрального входа, не надо пропусков и прочее, прочее. Я зашла, строгий работник милиции, куда, зачем, сядьте, выйдите и прочее, прочее. Вот. Конечно, это обижает, но я и понимаю, вот в Рудинске такая обстановка. В других регионах вообще нет, не спокойно. Надо все-таки жить душой и сердцем. Вот говорили, что я в городе, вернее, в Кустанайской области, где большие знаменитости жили. Конечно, я помню, вот об Ебете Майне говорили, я была председателем районного комитета по честному столетию Ебете Майне. Совет Муканов был председателем республиканского совета. Мы с ним общались. Я помню, мы ему белый журнал поставили. Я помню, как люди цепочно построились к нему, чтобы глянуть на него, поклониться и уйти. Эти дни, конечно, не забываем. Я помню моя Апа, сокровище Бакура. Далеком Аулии, знаю ее биографию, знаю, у нее не было детей, у нее приемные. Прочтили с ней как-то в одной палате, в гостинице. Она, то есть в больнице, она страдала, что к ней не приходит. И я сама тоже не очень себя чувствовала. Я сидела около ее постели. А уж когда я ей несколько раз помыла ноги, постригла, простите, ногти. Она расплакалась и сказала, ты на всю жизнь моя лучшая дочь. И когда ее хоронили, маленькая, вытащили ее из гроба, понесли в могилу, ну как куколка вся белым перевязана, это для меня был стресс. Фактов, о которых можно рассказывать, я вот в книгах вам раздадут, вот здесь кое-что писала, но я писала энную часть пережитого. Я очень благодарю народ Казахстана. Я благодарю людей, с которыми работала. Я хочу, чтобы все жили правильно, чтобы не было коррупции, чтобы не было опасно выходить вечером на улицу. Раньше мы жили, у меня ключ всегда был под ковриком моей квартиры установлен. И когда комсомольцы приезжали из районов, надо чай попить. Кафе-то не было предназначено, как сейчас. У меня всегда хлеб, молоко, кефир, что-нибудь еще и коврик, под которым лежал ключ от моей квартиры. Заходили, пили, отдыхали, писали благодарность, стекали, клали ключ на место и уезжали. Были такие вещи. Нет. Бутылек был, нет, ну есть. С бутыльком у нас был Пономарев Николай Александрович. Уж очень любил бутылек. Вот, да. И вот летим по Алмату, он с бутылкой, со стаканчиками, все первые себе скачут к врагу. Он нас собирает вокруг себя, ставит стаканчики, приглашает в мужчину. И когда мне налили стакан, а Шаке, жена Ярушина Бережной девочки, сидел, его пригласил, он сказал, нет. Здравствуйте, сами отдыхайте. И когда я взяла стакан, чтобы не чокнуться со всеми, я посмотрела
возможно, после этого держать стихотворение. Я его поставила. Но взгляд не метал искренне, взгляд не упрекал, взгляд не был жестким, просто он человек такой. И я, это прошло много-много лет, это уже, наверное, 45-50, это были ответственные поступок, как помнилось. В общем, можно, я в своей книге сравнила с ним работы Демиденко Василия Петровича со стилем работы Бородина. Ибо не могла молчать после того, что я видела. Милые люди, я вам желаю добра, я вам желаю счастья. Я вам желаю, чтобы ваши дети вас чтили, чтобы ваши дети жили безбедно, потому что счастье матери, счастье родителей, счастье их детей и внуков. Где Сабаевич? Хочу вам поклониться за добрые отношения к ветеранам. Видите, какую я аудиторию пригласила? За добрые отношения ко мне, за добрые отношения к вузу. Ведь вуз занимает лидирующее место в странах СНГ, не говоря уже в республике Казахстан. У вас мы великолепны. У вас преподавательский состав отличный, у вас новые технологии, вы нанотехнологии применяете у себя на практике. Я желаю вам добра, здоровья. Души и сердца. Но это частичка пережитого. Спасибо.